Здравствуйте, мои дорогие подписчики, подписчицы, мальчики, девочки, а также гости канала Шалундрики. В этом видео представлю вашему вниманию игрушечную бензопилу, которая, наверное, понравится многим мальчикам, особенно тем, у кого тяга к инструментам и разного рода технике. Тем более, сделана она как настоящая и не только внешне, но еще и по звуку и запуску. И относится эта игрушка к компании «Штиль», известной не в мире игрушек, а среди инструментов. Сделано, конечно, все из пластика, безопасного и мягкого, потому что предназначено для детей. Но для того, чтобы она заработала, нужно будет включить переключатель и потянуть за ручку веревочного стартера. Звук будет реалистичный, очень правдоподобный, и он регулируется при помощи кнопки. Ну а если нажать на курок газа, то и цепь будет крутиться по шине. Выглядит пила ярко, интересно, сочетает в себе оранжевый цвет, черный и серый. Мне понравилось, как сделана коробочка, очень интересно. Как будто бы эта пила уже совершила свою работу. И здесь много-много разных опилок и проклевывается травка. Весом она всего 0,5 килограмма. И предназначена для детей, как мы видим. На обратной стороне упаковки изображено то, что входит в комплект. Ну, конечно же, сама пила, и длиной она 42 сантиметра. Не такая уж и маленькая. Цепь, которая вращается, и в комплекте есть сменная цепь и ключ, при помощи которого можно будет ее снять. И мы, мои дорогие друзья, конечно, сейчас все с вами попробуем. Достанем игрушку из упаковки, запустим и проверим, как она работает. И правда, легкая, такая интересная, и держать ее удобно. Кнопка включения. Веревочный стартер, ну а это регулятор громкости. Можно сделать потише или погромче. Очень удобная функция, потому что если ребенок будет долго играть этой пилой, навряд ли это понравится родителям или соседям. Цепь, конечно, силиконовая, об нее невозможно пораниться. Пластик хороший, прочный. Думаю, что пила служить будет долго. Ну а это курок газа. Вот таким образом можно будет держать эту пилу, когда работаешь. Справится любой ребенок в возрасте от 3 лет. Именно с этого возраста рекомендуют такую игрушку. Ну давайте посмотрим, что у нас еще в коробочке. Итак, в комплекте оказались еще 3 батарейки типа АА или пальчиковые, которые нам понадобятся для работы. Фирменный чехол-сумочка на липучке. И тут книжка-инструкция. Ключик металлический, тоненький, настоящий. И запасная цепь для пилы. Инструкция есть и на русском языке. Так тоже выглядит очень стильно. То есть, когда пила будет где-то лежать или храниться у ребенка, то лучше на нее одеть чехол. Он сделан из пластика. Внизу отсек для батареек. И для того, чтобы их установить, нам понадобится еще крестовая отвертка. Устанавливаем, соблюдая полярность. А теперь давайте попробуем ее запустить. Для этого нужно нажать этот переключатель и подтянуть за веревочный стартер. Пила работает. Звук есть. И правда как настоящий. Давайте попробуем отрегулировать его. Так, тише. Ну а это самый громкий. И можно совсем отключить, то есть совсем будет без звука. А теперь попробуем нажать на курок газа. Пораниться, конечно, об нее невозможно. Для того, чтобы цепь вращалась, нужно нажать на обе эти кнопки. Звук не такой громкий, как я ожидала, но это даже и очень хорошо. Потому что это все-таки игрушка, и если дома был бы сильный звук от этой пилы, я думаю, что испытывали бы многие дискомфорт. И ребенок в том числе. А при желании его можно совсем отключить. Пила будет работать, а звук не будет. Но теперь, мои дорогие друзья, нам нужно попробовать заменить цепь.
Для этого, согласно инструкции, нужно ослабить правый винт, используя вот этот ключик, который был в комплекте. Затем нам нужно открутить вот этот винтик. Это делается в том случае, если цепь порвалась. Но наша цепь выглядит вполне нормальной, поэтому менять я ее не буду. Ставим на место винтик. Осталось только проверить, работает или нет. Включаем и запускаем. Видите, коробку распилить не получается, поэтому ребенок в доме ничего не испортит. Вот такая интересная игрушка у нас сегодня была на обзоре. А вам понравилось? Напишите в комментариях. Мне очень. Купили ее для нашего ребенка. Думаю, эмоций у него от этого инструмента будет много. Тем более, выглядит она действительно как настоящие звуки, реалистичные и все правдоподобно. Безопасно, потому что сделана из пластика и потому что ребенок при помощи нее не сможет ни себя поранить, ни кого-то другого. Существует много разных видов аналогичных бензопил, именно игрушечных, предназначенных для детей. Но это именно брендовая, и причем от компании, которая занимается выпуском инструментов качественного и хорошего. На этом, мои дорогие друзья, видео подошло к концу. Надеюсь, оно было интересным, увлекательным и вам понравилось. Возможно, что-то новое вы для себя узнали и посмотрели, как работает детская бензопила. Поделитесь своим мнением в комментариях, буду ждать, мне очень интересно. Ну а если видео вам понравилось, то ставьте лайки и, конечно, подписывайтесь на канал. Впереди много всего интересного из мира игрушек и не только. И для мальчиков, и для девочек, и даже для родителей. На этом прощаюсь, всем спасибо и пока-пока. До новых скорых встреч. Увидимся на канале Шалундрики.